И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте попробуем разобраться, значит, с лицевой анимацией, как происходит озвучка, и попробуем, значит, разобраться, минусы и плюсы какие, да, и как это дело можно обыграть. Значит так, у нас есть какая-никакая вот анимация. Вот. Потом можно это дело дошлифовать будет. И нам понадобится текст. Опять же, текст нужно заранее записывать. Это значит, по сценарию должна быть полностью текстовая вот эта MP3, значит, озвучка. Что делаем? Вытаскиваем еще одно окошко. Ну, никуда еще без одного окна, да? Находим функцию видеосеквенция вот это. Так. Повыше поставим и, значит, сюда add импортируем sound. Так, находим, где этот sound находится. Так, 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 в загрузках. Вот такая, значит, звуковая дорожка. Все это дело, значит, растягиваем. Больше это дело поставить можно, но окошко будет еще больше. Так, смотрим. У нас здесь, значит, 4,5 секунды. 4,5 секунды, это будем считать, значит, 5 секунд. Смотрим на таймлайне, тоже выгадываем, значит, вот первая, и пошла, значит, звуковая дорожка. Дотягиваем ее до конца, у нас получается 102 кадра. Вот, текст у нас полностью будет на 102 кадра. Я его сейчас вот так поставлю, чтобы было понятно. Так, даже это таймлайн еще побольше подниму. Так, вот это вот вверху, это звуковая дорожка. Можно ее выбрать и приподнять на другую линию, допустим, вот этот канал на третий, чтобы было видно. Тут, в принципе, без разницы. И когда будет делаться рендер, рендер должен делаться, значит, вот с этой озвучкой. Но это дело, я думаю, будет проблематично, проще потом, значит, озвучить. Но надо, чтобы у нас вот эти все покадровки попадали именно под тексты, да? Ну и погнали, давайте, так, еще вот это вот растянем. Так, это больше не получится поставить, так? Окошко, ну-ка, если вот это чуть-чуть уменьшить, то тогда можно будет вот так вот ее подтянуть. Слушаем, что тут происходит. Так, включаем плей. Много бед принесли бледнолицые нашему племени. Вот такой, значит, текст. Маловато вот этих раскадровок. И получается, если самому озвучивать, получится там, как его, с паузами, да, там с расстановкой, все это дело эмоционально будет выглядеть. Но пока озвучка, значит, с текста. И давайте попробуем. Значит так. Постоянно приходится, видите. Много бед. Вот, много бед. Это получается секунда. И вот на эту секунду давайте попробуем сделать рик лица. Значит так. Что у нас имеется? Закрываем персонажу тройка на нампаде челюсть. Так, давайте на первом кадре все это дело закроем. Так, чуть-чуть, чтобы он такой был серьезный. И пропишем, значит, А и Локрот. Еще раз, почему не высвечивается окошко? Потому что у меня в Keying вот установлено Локрот, чтобы... Так, давайте я еще продублирую информацию. Значит, когда мы нажимаем английское «и», у нас высвечивается вот такая вот окошко. Значит, здесь мы выбираем локация, ротация, scale и так далее, вот эти все функции. Значит, чтобы постоянно вот это все дело не водить, не выбирать, проще взять в Keying и вот здесь вот выбрать в окошке Lockrot, и при нажатии клавиши «и» автоматически будет прописываться та функция, которую мы поставили, это локация и ротация. Так, прописали. Так, теперь он что делает? Вот, опять же, неудобно, это сколько за всю анимацию нужно прослушать этот текст, да?
Хотелось бы выработать какую-то систему. Давайте сейчас мы попробуем понять. Значит так, следующий. Много. Вот, 18. Так, это у нас на первый кадр. Много. Много. Вот слово много, значит, идет на 24 секунды. Это секунда. Много. Значит, где-то вот здесь вот должна быть на 15 кадре. Анимация, значит, рта. Что делаем? Чуть-чуть приоткрываем рот. По идее, да, как вот общаемся. И выбираем, допустим, какие-нибудь косточки. Вот. Давайте эти тоже выберем. Тройка на нампаде, G. Вытягиваем губы вперед. И вот эти боковушки G чуть-чуть подведем. Вот так. Прописываем А, И, лок рот. Получается, видите, у нас идет приоткрывание рта. Если этот персонаж будет сидеть далеко и при правильном, значит, анимировании, да, ну как вот более-менее там движение губ, если полностью копировать, то вы видите, что в принципе на рендере это будет не видно. Если еще тут какие-то будут персонажи, если это будет вдалеке, что-то, видите, у него там шевелится и в принципе будет незаметно. Какой вариант? Значит, этот вариант отпадает правильного, значит, анимирования. Здесь лучше делать каким образом? Более выявлено, да, допустим, R. Он открывает рот. Вот так уже будет видно, что он открыл рот. Прописываем А, И, лок рот. И, значит, до конца делаем еще одну такую фишку. Это значит тройка на нампаде, R. Вот эти губы возвращаем Alt G, Alt R в исходное положение. Так, теперь закрываем рот. И чтобы было понятно, да, ну можно как бы вот что-нибудь тут вот подтянуть вот так, да. И здесь тоже губу как бы вниз. Да, это, ну, с одной стороны неправильно, также говорить не, ну как, человек не может и персонаж. И получается, если сделать меньше, то тогда эти движения губ мы на рендере можем не увидеть, и смысл тогда их как так точно, допустим, анимировать, да, если их все равно будет не видно. Прописываем А, И. У нас получается вот уже вот такая штука. Вот вроде бы уже будет понятно, что персонаж открывает рот, да, и если он будет чуть подаля, если не брать его крупным планом, то мы уже увидим, что тут что-то у него конкретно, да, там движения губ каких-то идут. Так, смотрим дальше. Много бед. Вот, много бед, да, это получается. Много бед. Значит, еще на 10 кадре, это у нас получился 15, 24, 23 где-то. И промежуточный придется сделать, потому что, ну, растяжка идет, хотя бы какую-нибудь, я не знаю, что-нибудь этакое, давайте тоже наполовину приоткроем. Или давайте закроем еще. Смотрим, что произошло. Вот три фазы. Открыл, закрыл. Вот, в принципе, если какую-то анимацию делать, вот открытие, закрытие рта только происходит, которое будет видно. Ну и, допустим, на этой фразе можно, значит, глаза его куда-нибудь направить, допустим, на персонажа. Но это уже вот на этом кадре. Ну, как бы так бы, да? Прописка.
Так, что еще? Значит, тут еще нужно будет на первом кадре или на десятом добавить, допустим, подъем глаз. Вот, глаза вроде зашевелились, уже какое-то движение идет. Потом здесь можно, значит, лицо шибкеями чуть-чуть где-то подтягивать. Сейчас все это дело посмотрим. И посмотрим, что получится. Много бед принесли бледнолицые. Принесли бледнолицые. И получается тогда, если не заморачиваться, мы просто выбираем вот эти кости рта. И вот это все дело Shift-D дублируем и передвигаем. Так, что получается? Смотрим еще раз. Много бед принесли бледнолицые. Лица. До 62 кадра, да? На 62 кадре, значит, что можно сделать? Так. Так, так, так. Рот чуть. Ну, как бы вот создать какую-то эмоцию ему, да? Побольше. А, и прописка. И здесь получается, видите, чуть задержка. Смотрим. Принесли бледнолицые. Вот, вроде бы попадает, видите. Много бед принесли бледнолицые. Вроде бы вот там вся текст идет, да? Так, смотрим дальше. Нашему племени. Нашему племени до 88-го выходит. И получается, значит, выбираем опять рот. Было у нас 24 кадра. Первые вот эти три кадра, Shift-D, тоже берем и перетягиваем. Смотрим. Ты бледнолицая нашему племени. Вот. Вроде бы и все. Вот вся анимация. Три кадра. Открыл, закрыл рот. Вот. Ну а там уже ускорение, замедление, пауза. Вот видите, что значит он говорит. Много бед принесли бледнолицые нашему племени. Вот. Это один текст. Да? И получается, что у нас здесь идет какие кадры. Давайте посмотрим. Чтобы запомнить это уже дело. Так, если мы выберем кости рта, то получается у нас ну, та же самая система, да, допустим, G 10, 15, тут можно играться, короче, 10, 15, потом выходит 25, да, это получается 5, 10, 5, 10, 5. Получается где-то так. Если эту систему выдерживать, тогда мы заполним и вот этот промежуток. И получается 5, 10 и 15 это 5. Потом у нас выходит G на 25. Потом у нас опять выходит 5. Потом у нас выходит 35. Тут пятерка выходит. Ну, можно считать туда плюс-минус 40 поставить. Потом опять идет 45. Потом у нас выходит, если вот это все дело продвигать, то получается так. 5, 10, 5, 10, 5, 10. Вот это все передвигаем на десятку. Потом у нас получается 10, 5, 5. Так, вот это вот тоже передвинем. Так, вот. Получается 10, 5, 5. G. Даже... Так, а ну-ка. Тут...
Даже нет, получается 10, 5, 10, 5, 10, 5, потом идет 10, 10, 10, 5. И получается вот эту систему, это 80 кадров, считай 4 секунды, да? Если по 20 кадров, так, подождите, 24 кадра это секунда. Получается здесь раз, так, раз, два, ну да, 3,5 секунды плюс паузы вот эти, ну, начальная и конечная часть. Считай, значит, 3,5, ну, 4 секунды считаем. Если по 20 кадров, пускай по 20 кадров будет как раз 4 секунды. И здесь у нас 4,5 секунды, выкидываем часть какую-то на промежутки, и все вот у нас стыкуется вроде бы. Много бед принесли бледнолицые нашему племени. Вот. И где-то, значит, у нас получается 5-5. Тут получается конечную, можно любую делать, хоть 20, это уже будет пауза. И получается, выбираем, где у нас закрытый рот, Shift D, и переставляем его или на пятерку, или на десятку. Все, там после десятки будет пауза. И значит, если использовать вот эту систему, запоминаем просто вот эту всю покадровку для анимации рта. И тогда у нас нормально все становится. Вот эту вот систему можно использовать к любому предложению. Ну а там, допустим, уже чуть-чуть корректировки, где-то больше задержка, где-то чуть, значит, продлевается, удлиняется, значит, наша анимация в речи, допустим, мычание, или там, допустим, там, как она называется, допустим, он говорит там что-нибудь в таком духе. Я понимаю. И вот это, где будет ю, можно затянуть. Это будет десятка. А где я понимаю, это будет я 5, понимаю 5. 5, 5, 10. И получается, вот все нормально, все вот в таком духе должно тогда и работать. Вот эту систему сейчас запоминаем. Я ее запишу, вот оставлю вот этот скрин, значит, в группе, если кому-то кто-то забудет, я тут подпишу вверху вот эту раскадровку, хотя ее тут тоже видно, ну, чтобы не считать, а просто посмотреть. И получается, не надо, значит, использовать вот эту постоянно подтекст, вот этот, анимировать. А просто нужно вот эту систему вставлять во все анимации. Так, теперь давайте посмотрим. Посмотрим. Так, вот это все запомнили, что вся система попадает, значит, под хороший текст, да? За исключением, вот где вот здесь вот у него затяжечка десятая, то можно ее чуть-чуть уменьшить. Сделать 5-5, можно анимировать, допустим, начало. Задержка 10, 15, 20, без разницы, допустим. Потом это все дело передвигаем, и от 20 считать, то получается 5, 5, 10, 5, 10, 5, 10, 5, 5. Можно по 2 пятерки ставить после десятки, можно по одной, можно добавлять 2 десятки. Вот. Вот такая система. И это все, значит, будет работать. Так, теперь у нас есть персонаж. Минимум костей, минимум движений вот этих всех частей нам поможет в этом деле, значит, опять же, Шипкеи. Заходим в Object Mode, выбираем нашего персонажа, заходим, подключаем Шипкеи, базис, а потом вот Шипкеи и ставим его до упора. Ставим до упора и заходим в Sculpt Mode. И смотрим, значит, много бед. Много бед. Вот где много бед, значит, делаем F, английская, побольше кисточку. Рот, где он открывает, можно тут чуть-чуть так скулы приподнять. Ну, бровями можно, костями, да, допустим, поработать.
где-то, что еще, можно челюсть одну, один бок подтянуть, один бок где-то припустить, создать движение чуть-чуть ушей. Это будет первый, значит, шибкий. Прописываем его. Раз. Вот. И на первом кадре этот шибкий мы опускаем в минус. Так, и вот когда он говорит, у нас уже раз, движутся, видите, чуть-чуть уши, там, туда-сюда. Значит, так, что еще можно сделать? Нам нужен еще один шибкей, это который как промежуточный будет. Вот раз он рот открывает, и где-то вот где он открыл рот, вот на этих моментах, да, мы его сейчас попробуем еще что сделать. Поближе поставим, боком подвернем. Так. Приподнимем чуть нос, заставим двигаться. Хотя тут косточки есть. Вот ноздри просто можно приподнять, ну, костями приподнять или вот опять же шибкеями, да? Так, тут где-то что-то тоже отрегулировать, тут что-то поменьше сделать, подтянуть, вот так. И значит опустить теперь скулы, вот. В принципе, всю анимацию можно сделать только шибкеями, за исключением закрывания век. Так, что еще? Здесь уши тоже пускай чуть-чуть подвигаются. Что у него там со лбом? Пусть он тут что-то еще. Лоб у него чуть-чуть поработает. Так, челюсть чуть-чуть подтянется, допустим, вот так, да. Щеки чуть-чуть впадут, потому что у него губы вытягиваются, да. Ну, как-то так-то. Значит, прописываем. Вот, раз. Вот. И уже у нас, в принципе, живое лицо. Здесь еще можно регулировать, на середину ставить ползунки. Допустим, здесь уже можно использовать. Вот здесь можно использовать этот ползунок и добавить на эту часть второй ползунок. Этих ползунков может быть, как говорится, очень много. И нужно их подписывать. Нажимаем, допустим, мышцы вверх, да? Лицо вверх. Все, теперь знаем, это лицо вверх, а это два щелчка, лицо вниз. Enter. И вот так все это дело подписываем. Так, что еще хотелось бы? Моргание. Давайте зайдем, выберем нашего персонажа и хоть раз он на эту часть должен моргнуть. Моргнуть, я думаю, должен с 45 по 55. Моргание идет быстрое, и получается, тут получается где-то 4, 4, а, даже, так, 3, 3, 3, да, вот будем считать 3, 3, 3, 9, как раз мы укладываемся вот в эту штуку. Получается, это первый, ну, как будет первый кадр, потом или шестой, или четвертый, и потом, допустим, девятый. Или 10 уже ставить по 10 кадров на моргание. Так, давайте зайдем в постмод, тройка на нампаде и выберем наши вот эти веки. Значит, R. Вот здесь на 50-м R мы их закрываем. Прописываем I. Так, а тут они уже открыты. Вот, нам один кадр нужно прописать. И вот он раз, вроде бы. Так, что у него тут получится? На 45-м. Так, на 45-м тройка на нампаде. R. Еще больше, наверное, их закрыть. Чуть-чуть можно где-то подкрутить. Пишем I. Так, это вот медленное моргание. Все-таки десятка медленное моргание.
Так, нам нужно сделать моргание быстрее, да? Тогда мы выбираем два кадра и G, перетаскиваем их, укладываем в пятерочку. Бледнолицая. Так, 40-го, да? 45-й, 50-й многовато. Значит, вот эти G, два кадра, укладываем от 40-го. Так, нет, не от 40-го. G. Так, в пятерку их вкладываем. А здесь прописываем, значит, английское «и», закрытые. И вот он там, хлоп, не открывает вообще глаза. Пардоньте, не тот взял, да? Так, а ну-ка, вот этот открытый. Этот закрытый, закрытый, закрытый. Почему их осталось два? А ну-ка, делит. Это открытый, значит, вот здесь он должен закрыть его глаза. Тройка на нампаде, а ну-ка, R. Прописываем I. И тогда 50-й G подтягиваем на 45-й. Смотрим в пятерку, как моргание заложится. Если бледнолицый... Пятерку моргание зашло прям хорошо. Если удлиняем десяткой, если увеличиваем пятерка, все, вот это нормально. Если будет 15 делаться, 20, это уже секунда закрытых глаз. Получается, нам это не подойдет для моргания. Итак, запоминаем, значит, что речь идет на фразу, допустим, рот. Так, вот смотрим, рот у нас закрытый, открытый, ну, чуть-чуть не полностью закрытый и открытый полностью. Вот. Закрытый он идет уже где-то на каком? На конечном. Потому что когда он говорит, у нас губы то туда-сюда, у нас рот полностью не закрывается. Это понятно, да? Вот. И получается, что у нас на фразу три движения. Вот они. Просто шевеление челюсти и губ где-то чего-то. Значит, десятка. Открывание, допустим, начало, да? Потом 15-й. Так, смотрим, какие тут вообще были кадры. Нет, вот они. 10-й, 15-й. И потом идет у нас... Так. 10, 5, 10. Здесь уже веки прописались, поэтому такая штука. Так, или нет? А, нет, веки тут. Так, откуда взялся тогда этот? Это был промежуточный, да? 20-й. Вот, можно использовать 5. Так, 10, 5, 5, 5, 5. Потом десяточку. 5, 5 и так далее. Вот такие штуки. Так. Ну, систему я вам уже вначале показал, тут чуть-чуть сбился по кадрам. И потом, когда вы будете делать анимацию, да, вот, допустим, рот, это вот только прописка рта. Вот его выдерживаем, отдельно прописываем от самой анимации. Сначала пишем анимацию, а потом уже вот эту штуку. Так. Это когда я, наверное, эти веки делал, вот эту первую часть там потянул, и видно, какие-то были выделены, и я их за собой потянул, и они сдвинулись. Но это не проблема. Главное, что вот система у нас вот такая. Вот так это все дело работает.
Ну, потом, само собой, выбираем ракурсы, там что-то подгадываем и работаем уже с телом. Допустим, где он вот на эту фразу там что-то говорит. Там уже другая речь должна быть, да? Так, и вот он сидит, видите, что он замертво не может сидеть. У него получается, если двигается рука, то двигается и колено. Так, выбираем, где у нас колено. Вместе с рукой единица на ампаде. Если так, частые движения тоже не делаем. Вот запоминаем, что 24 кадра это секунда. И получается, каждое изменение движения на каждую секунду делаем. 24, 24 и так далее. Ну, возможно, где-то на секунду промежуточное какое-то там добавить, да? Ключицу одну, допустим, или локоть один. Но это уже по усмотрению, уже по анимации. Если вот здесь вот мы на 24 кадре двинем, значит, вот эту вот руку вместе... значит, с коленом, то когда движется рука, значит, тело все равно немножко тоже подается как бы вот в бок. Но голова, как у курицы, у нас постоянно горизонт ищет, да? Вот этого, значит, и придерживаемся, что тело уходит, голова мотыляется, держит как бы вертикаль, горизонталь. И вот когда мы добавили вот этот промежуток, вы видите, что рука движется, он говорит, и уже анимация симпатичнее. Но на 24 кадре нужно поменять и другие части тела. Допустим, ну вот тогда выбираем вот эту руку и вот эту единицу на нампаде. Так, так, это идет в другую, допустим, сторону, да? Так. И тогда, что еще можно сделать? Когда это все уходит в другую сторону, задействуются и ключицы. Они тоже чуть-чуть приподнимаются или опускаются. Так, а, и прописка. Ну вот, теперь он более так двинулся. Так. Так, двинуться-то он двинулся, но тут другой вопрос еще, да, что, видите, у него будет теперь вот такая, как бы, сужение постоянно идти. Вот. Тогда нужно эту позу дальше профиксировать, как бы растянуть ее можно, да, видите, тогда движение вот это все, выбираем руки, допустим, выбираем вот эти локти, единица на нампаде, и тогда вот наш 20 этакий кадр, вот, сильно движется. Так, если вот этот, а ну-ка удалить, да, Ctrl-Z, это вот он, 24 кадр. Мы его Shift-D передвинем, значит, подальше. Это сделаем ему-то 2 секунды. Так. Ну, почти. Принесли бледнолицая нашему племени. Ну, такая вот система, значит. Если что-то добавляем, вот если мы сейчас этот кадр удалим. Вот, раз. То у нас еще позвоночник прописан с этой штукой. Тоже на 24-м. Уже проще, значит, искать эти анимации. Уже можно где-то чего-то, кого-то куда-то добавлять. Уже знаешь, где это все будет находиться. Так, вот такая штукенция. Значит, на 50-м-то добавляем, значит, нижний легкий наклон
И где вот будет, значит, рука подниматься. Так, а, наклон тогда надо в сторону, значит, нашей вот этой руки, которая потом поднимется. Голову чуть-чуть тоже создаем движение, ну, трепыхание тела, да. И, значит, выбираем руку G. Так. Вот это G. Тоже не то, так, пардоньте. Вот так, тройка на нампаде, единица на нампаде, а ну-ка. Так, и когда он будет руку поднимать, наверное, лучше пусть R чуть-чуть перекрутится, так? А здесь уже подготовка к подъему руки, значит, R, кисть он вот так приподнимает чуть-чуть, А, и прописка. Вот, видите, уже движение создалось у него, уже более нормально. Так, где вот руку он поднимает, здесь больше приподнимаем ключицу. А это тогда чуть припускается. Почему? Потому что тело чуть-чуть перегибается. Так, голова возвращается назад. Семерка на нампаде. А ну-ка, R смотрит в сторону руки. А, и прописка. Вот и получается 50-й, потом у нас, значит, так, вот трепыхание, видите, что создалось это на этом кадре. И нужно это сразу прописывать, потому что здесь теперь будут мешаться кадры, которые были изначально. Давайте их выберем, посмотрим, вот они. Это был 81 кадр, тогда до 50-го вот это мы должны удалить. Вот, тогда будет мягко. Ну, словом, сразу нужно писать анимацию конкретно под какое-то действие, да? Ну, а рот потом можно добавить уже в процессе, когда анимация будет создаваться, да? Вот, когда он поднимает руку, смотрите, вот он раз, приподнял ее и потом, значит, тоже приподнял. На промежуточном создадим какое-нибудь движение кисти, чтобы мягко он ее выкинул, да. А раз создаем движение кисти, то создаем движение и локтя. G, А, и прописка. И вот уже смотрим сбоку, как это будет дело смоется. Так, на 80-м добавляем больше амплитуды, допустим, и G больше выкид. А, И. Вот уже раз, он как бы создает движение, уже мягче это все идет. Если еще создать мягче, тогда, смотрите, еще больше подгибаем кисть руки, но это уже и подгибаем сразу пальцы. Так, пардоньте. Я грубовато сделаю, вот так раз, там пальцы, допустим, подогнулись. Когда подгибаются пальцы и выпрямление руки идет с пальцами вместе, то тогда более динамично все это дело выглядит. Прописка. Смотрим, что получилось. Вот. И тогда на 81-м нам нужно тоже выкинуть пальцы кверху. Ну, допустим, вот так я приблизительно покажу. Все, вот тут создается тоже движение пальцев. Вот так вот. А, И. Вот тогда вот он выкид идет, да? Удаляем вот этим пальцем по кадровке, которые были до этого, чтобы они участвовать начали в анимации. И вот тогда уже рука плавнее все это поднимается, больше амплитуда, больше выверт, да?
Так, теперь вот этот delete тоже можно удалить, а этим кадром можно играться, допустим. Вот, вот этот кадр уже тоже можно на кисть удалить. И опа. Вот голый у нас получается с 50 по 80. Так, вот здесь вот тоже можно, допустим, переписать R, допустим, больше опустить и создать какое-то движение сначала вперед, а потом идет выкид. Вот. Ну и все это будет смотреться где-то вот таким вот образом. Раз. Пальцы, конечно, нужно гнуть лучше, чтобы там не было изломов, перетягиваний. Вот. И вот здесь уже вроде бы как видно, что он болтает, да? Вот он. Раз, 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 там, баба, братан, там, как дела? Ну, словом, вот такая система, значит, по анимации рта. Если ее использовать постоянно, то, в принципе, через пару анимаций набьется, значит, вот этот промежуток, и можно будет плюс-минус попадать под любой, значит, текст, под любой, допустим, длинный диалог можно будет попасть. Если диалог, мы знаем, сколько он, значит, по длине. Если диалог будет, допустим, так, это у нас получается полный диалог 120, да? Ну, 100. То двойное предложение будет 200. Тройное предложение будет 300. Вот. Короткие, значит, разговоры, допустим, привет, это будет укладываться в секунду. Получается 5, 5, 5. Открыл, закрыл. Допустим, да, открыл, закрыл, открыл, закрыл. 4 кадра и привет, да, 4. На секунду уходит 4 раза, можно сделать быструю анимацию, открытие рта. Открыл, закрыл, открыл, закрыл. Вот. И как раз 4 секунды у нас и делится 25, делится даже 20 секунд, у нас делится на 1, 2, 3. На 4, значит, движения губами. Итак, вот еще такая информация. Надеюсь, вам она пригодится, если кто-то будет делать мультфильм там или какой-то сюжет, то уже, значит, будет меньше тратить времени на понимание, как здесь устроено открывание, закрывание вот этого разговорного процесса. Все, всем пока, до свидания.